Особенно многолюдно у машины с картофелем. Его продают по 10 рублей за килограмм. На каждую ярмарку привозят из хозяйства Сулейманов. Сами выращивают, поэтому жители говорят, вкусно и берут с удовольствием. Специально вышел за картошкой, так как до весны не хватит. Только из-за этого. Так что раньше сажали сами, сейчас времена поменялись. На ярмарке представлена сельскохозяйственная продукция, произведенная аграриями, частными подворьями, крестьянско-фермерскими хозяйствами Нурлатского района. Зерно и сахарный песок люди приобретали мешками. Хозяйство «Южное», «Аграрий» и «Нурлатский элеватор» привезли в большом количестве зерно. Нурлатский сахарный завод – сахарный песок. Общество «Нурлат СТ» обеспечивало горожан молочной продукцией. В широком ассортименте свежий хлеб, творог, мед. У торговых рядов с мясом особенно многолюдно. Большой выбор продукции и цена невысокая – 280 рублей за килограмм. А это как называется? На ярмарке нурлатцы смогли приобрести и колбасные изделия, изготовленные из мяса местного производства на только что открытом предприятии «Нурлатские деликатесы». Свою продукцию предлагали и села. Дары леса, маринованные грибы из Зареченского сельского поселения нурлатцы покупали с удовольствием. Грибов 7 сортов разного. Есть маринованные, есть соленые. Разный сорт. Все, что есть грибы в лесу, все здесь. На сельскохозяйственной ярмарке расположились 63 торговые точки. Было продано 5 тонн сахарного песка и 50 тонн зерна. Ольга Морская, Зульфия Галиуллина. Новости Татарстана. 25 лет в эфире. С вами и для вас.